Федерация тенниса Азербайджана отреагировала на провокацию армянского теннисиста. Национальная спортивная организация направила письмо в Международную федерацию тенниса. В письме говорится: «На теннисном турнире Australian Open серии «Большого шлема» произошел неприятный инцидент. Представитель России армянского происхождения Карен Хачанов, вышедший в 1/16 финала в соревнованиях среди мужчин 20 января, привлек внимание неприятным поступком. Так, после победы над соперником из США Фрэнсисом Тиафо со счетом 3-1, Хачанов написал на объективе камеры слова «Арцах, stay strong», «Арцах, держись». На самом деле, среди теннисистов принято писать на объективе камеры свои сердечные слова, но Хачанов использовал эту традицию в провокационных целях. Федерация тенниса Азербайджана в письме, адресованном Международной федерации тенниса, представила факты и правовые документы, доказывающие провокацию против Азербайджана. Федерация тенниса Азербайджана осуждает поступок Карена Хачанова и требует наказания для этого теннисиста, а также принятия строгих мер во избежание подобных действий в будущем. Надеемся, что в скором времени вопрос найдет объективное решение, говорится в заявлении.